Приветствую всех в нашем автосалоне столицы. У нас в продаже появился отличный автомобиль Peugeot 308 2012 года выпуска. Объем двигателя 1,6 литров. На механической коробке передач. Родной пробег 103 тысячи. В отличном состоянии. Давайте заглянем в салон. Задний ряд сидений в хорошем состоянии. Также для пассажиров заднего ряда сидений имеется выдвижной подлокотник с двумя подстаканниками и полкой. Спереди салон также в хорошем состоянии. Комплектация здесь тоже хорошая. Давайте пройдемся по ней немножко. В нее входят все 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал, обогрев передних сидений, бортовой компьютер, штатная мультимедиа, двухзонный климат-контроль, обогрев заднего стекла, розетка 12 вольт. Вот такие два маленьких подстаканника, центральный кожаный подлокотник. На данный момент двигатель запущен, никаких ошибок не имеет, работает идеально, пробег составляет 102 тысячи. Если вам понравился данный автомобиль, все контактные данные вы можете найти в объявлении, а также приобрести его можно за наличный расчет по системе Trade-in или в автокредит. А находимся мы по адресу Азина 83, автосалон столица, приезжайте и покупайте.